чая, папиросы, ответы на вопросы. Все, привет всем, ОС, ответы на вопрос. Продолжаем отвечать на вопрос. Владимир Криворученко задал большой длинный вопрос, мы его разбили на несколько частей. Макс показал подводящие под руки, а теперь вот покажут подводящие под Урома ваши, под... Ну, что там, как чего это? Можем, то можем, Ипчаги. Да. Ипчаги. Каратэ-маратэ все-таки занимались. Да, на самом деле вопрос звучит так, что покажите удары руками, апперкот. Подводящие упражнения, да, этих ударов. А потом покажите ударов коленями, ударов пах и лоу-кик. А это удары или подводящие к ним? Ну, в принципе, вопрос все про подводящие упражнения. Короче говоря, ребята, чтобы бить руками, вам можно, очень важно, плечи, чтобы у вас работали подвижными, гибкие плечи. Вот, это у вас будет хороший удар руками, длинные такие, с массой. И по аналогии, также, чтобы вы били ногами, у вас должны быть бедра очень подвижные, очень гибкие, пластичные. Вот, если у вас будет бедра работать, у вас будет работать нормальный удар ногами. Поэтому очень важно, подводящее упражнение, вот такое. Самое главное. Есть еще там пару. Вот такое. Причем я делаю в двух вариантах, смотрите. Я делаю как чисто сейчас физкультурно классический, да? А еще вот такое, смотрите. Я изолирую вообще верхнюю часть туловища и работают только бедра. Когда бедра работают, тогда вы можете выкидывать колени, выкидывать ноги. Потому что все начинается с бедра. Вот подводящее упражнение, кстати говоря, для прямого удара. Что коленом, что снизу, что такое толчковый удар, да? Начинается с бедра движения. Чем дальше бедро толкнете, тем больше веса будет в ударе. Поэтому вот подходящее упражнение. Дальше. Вынос колена с бедром. Чем дальше бедро с коленом, тем сильнее, тяжелее удар. Вот. А по аналогии что? Я толкнул бедро в сторону. Полетела йога-гири. Хо! Сайд-кик, да? Я толкнул бедро вперед. Полетел фронт-кик. Толкнул бедро назад. Полетела там какая-то ушира. Удар пятки назад. То есть все начинается с бедер. Не зря что говорит, хара, танден. Основа жизни, живость. Вот что я могу сказать про удар ногами, подводящий. Макс, добавляй. Там был вопрос про лоу-кик. Наверное, лоу-кик показать на пивочку, если есть партнер. Потому что внутренний лоу-кик — это аналогия с ударом в пах. То есть, ну, практически, да. Кстати, есть удар в пах, он идет в вертикальной плоскости, да? Вот сюда его наше бедро, колено, и идет удар голенью, подъема стопы. Лоу-кик — это тот же самый удар, только в горизонтали. То есть я разворачиваю бедра и именно голенью надо бить, ребятушки. Не мышцами, а костью. И для этого на пальчике не поворачивать, большая ошибка сейчас наша, вот такая, носочек вниз повернут, получается мягкий удар, получается. Носочек немножко вверх, это градусов так вот, под 40, под 35. Тогда получается вот эта режущая кромка, она попадает точно в мышцы. Вариантов логиков много, но я рекомендую простой вариант. Смотрите, выбрасываете перед бедро, колено пересекает точку соприкосновения и идет такое вкладывание. Макс, куда бьешь? Практически удар идет прямо. То есть прямо я стараюсь буду бить в опорную ногу. Не просто так вот сметающий бум, а движение как бы вперед сюда. Тогда получается такой острый, неожиданный удар, но сложно защититься. Тогда чего бью? Куда бьешь? Какое место ноги? Бью чуть выше колена. Выглядит очень хорошо. То есть практически там, где мышцы закрывают, она начинается, вот эти сухожилия, где пошли. Очень болезненно вот в этом месте. Но опять же, можно и в колено бить сустав, если это стоит. Но он там тверденький, вы можете ногу повредить. Поэтому бейте твердо, мягенько сюда. Иногда можете повыше ударить здесь. Вот. Внутри, ну, аналогично, то же самое внутри. Бум, пробили здесь. Пробили здесь. Дальше, что характерно еще, по-моему, подсаживаемся во время удара. Берем вот такого. Уж тем более на носочек никогда не встаем. Вот так. Потому что у вас вся масса уйдет вверх. А вам нужно туда погрузить массу. В мышцы. Поэтому подсаживаемся на опорной ноге. Разворачиваем бедро. Так, чтобы за голенью следовало колено и тазобедренный сустав. Опять же живот. Опять же бедра, опять же масса. Если убьете в корпус, то у вас бедра должны быть где-то на уровне удара. Если вы бьете в голову, то задирайте бедра как можно выше, чтобы бум, удар был тяжелый. Просто вот такие у меня слова есть для этого. Я могу добавить подводящее упражнение, которое я сам иногда делаю. Если мне нужно ноги загрузить, я делаю вставание из приседа. Вставание на фронт-кик. Если есть координация, ну я не настолько хорошо ногами машу, то можно делать вставание на круговой и на любые другие варианты. Да, это прям физуха такая. Это очень тяжелое. А можно вот в парке, я беру скамеечку небольшую на уровне пояса,
И делаю медленно, вот здесь вот скамеечка есть, я взял, вынес. Блин, точно, забрал. Это же классика. Перешагнул, карантин. Знаешь, что мы еще делаем? Да, мы в парах делаем, если это на четвереньки, или там стульчик, да? На четвереньки восстановишься. А второй номер, допустим, Майя Герри, да? Вот он вынос ноги. То есть через человечка мы делали эти удары, вот. Не хочется запускать ногу, а то партнеру удар. По кому удар? То же самое, партнер, ногу раз, и туда ее правильно. Колено через партнера. Вот такие упражнения делаем, да. Ты дома можно, там, стульчик, стульчик. Вот, тренируйтесь, друзья мои. Задавайте вопросы. Все, всем пока. Чай, папиросы, ответы на вопросы.